поднимет лифт на восьмой этаж. Ты знаешь наизусть мой тебе маршрут. Вот так делаются дети. Мы приехали отпраздновать нашу великолепную годовщину трехмесячную. Это такая важная дата. Пара, которая женилась, обязана отметить первый месяц, третий месяц. Любой, про который вспомнит жена. Приехали по нашей акции на романтическую ночь в М-отель. Находится совсем рядышком с Минском. О, какие красивые ноги. Ну, краш-тест кровати мы проведем немножечко попозже. Здесь у нас комплименты все в полной. Номер у нас улучшенный стандарт. Здесь вот такая большая кровать. Есть диванчик. Вот тут зеркало и шкаф. Самый важный атрибут. Мужчина сразу идет проверять дрон. Цвет подходит? Да, нормально. Здесь очень все предусмотрительно, потому что есть даже такой аксессуар, помимо чая и водички в номере. В акцию включен завтрак на две персоны. Здесь у нас сосиски, грибы, омлет, яички вареные и сырнички с блинчиком. Кафе здесь в таком интересном стиле, нам зажгли свечи. Наполеон, он такой пушистый, пористый. В общем, мы сейчас чайка как нагоним. Мне устроили романтический вечер. Любимый, сколько же тебе это стоило? Вот это бесценно. А номер с завтраком всего за 80 рублей. Вау, кайф!